Всем привет, с вами Californication. Сегодня мы продолжаем играть в Death Trading. Сегодня мы пойдем в столичный узел. И нам надо будет вернуться в портовый узел, пройти и отправиться уже на основную большую карту. Вот. Нам стала доступна электростанция, которая подзаряжает батареи. И сейчас мы построим ее рядом с мотоциклом, зарядим мотоцикл. Я думаю, мы быстро на моцике там сгоняем. Вот. Там можно будет и мимо этих молов, короче, пролететь на нем. Но на моцике тоже, там надо учитывать то, что там как бы он тоже разрушается этим дождем. Вот. Сканирую. У него тоже батарея. Провожу. Так. В прошлый раз мы все продали, поэтому... Поэтому выходим на улицу. У нас здесь чисто только наше оборудование. Привет, вот стоит этот мотоцикл. Да, сейчас. Сейчас мы только построим его. Так, здесь нужно задействовать с помощью... Так, нажмите 2. А, генератор. И свой поставим. Кстати, на моцик можно, вот видите, у него есть по бокам рама, куда можно груз скипнуть. На нем по зонам, где твари, короче, вообще офигенно пролетать. Вот. Байк заряжен. Использовать. Педали как разворачиваются. Физика, конечно, да, такая дерьмоватая. Так, ну, можно и груз подобрать, чувачка. Так, все, полетели. Из портового мост построил. Сейчас мы пролетим мимо зоны тварей. А ее почему-то здесь и нету. Странно. Ну, в любом случае, молов тоже пролетим. Эй, братан! Да! Он без сознания. Но здесь надо аккуратнее. Лучше не убивать. Чтобы потом в крематории его не тащить, блин. Тем более, если у вас еще и груз. Это вообще гемор. Так, подзарядимся сейчас. Тебе все спасибо.
На shift можно нажать форсаж, короче. Вот здесь сейчас будут твари, лучше здесь на форсаже пролететь этих тварей. Странно, почему-то их сейчас нету. Очень странно. Зато классно на моцике едешь, не паришься, блин, с грузом, без груза. Зарядились и да, дальше. Да ё-моё, да. Ну, кстати, еще, по-моему, прыгать можно на нем. Вот столичный узел, давайте подберем. Разомну-ка я ноги. Форсаж! Мало, мало этот, ББшка аж испугалась. Можно и так десантироваться. По основному. Да хера этих кристаллов было. Вы можете транспорт свой, короче, его можно туда же в личное помещение свое ставить в гараж. И оно, короче, как бы будет восстанавливаться. Оно же там от дождя влияет. Но мы под дождю сейчас не ехали, ему ни хрена. А вот когда вы под дождем будете на нем гонять, он будет, короче, гнить. Ржаветь. Вот сюда вот его ставите просто. Оп. Сюда ставили. Здесь сейчас мы материалы дадим. Сообщила мне, что создала оружие для борьбы с тварями. Ништяк. Сделанные ею прототипы в следующем грузе. Грузе, который нужно доставить в портовый узел. Портовый узел далеко от территории тварей, но оружие пригодится, если твари подойдут к городу. Кроме того, люди смогут защищаться во время вылазок за пределы города. Кроме того, в поставке есть различные препараты, а также образцы спермы и яйцеклеток. Эти образцы необходимы для сохранения генетического разнообразия, так как были переданы людьми, живущими вне крупных городов. Благодаря тому, что Хирали искажает время, мы сможем сохранить их так долго, как нужно. Когда груз будет обработан под ключи Кьюбит, после этого весь регион станет частью единой хиральной сети. После этого ты отправишься в озерный узел, поэтому мы включили в груз припасы для его жителей. Конечно, чтобы попасть туда, тебе придется пересечь озеро. Подробности во втором заказе, который нужно будет взять. Это, несомненно, будет твой самый длинный маршрут. Не забудь взять все, что нужно. Так, доставить доставку утерянного груза. Ты тот новичок? Сэм Бриджес? Благодарю. Мы благодарны за то, что ты проделал такой путь. Груз доставлен другому игроку. Все. Ладно, до встречи. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал. Давай. Так. Вот видите, гараж появился. Так, выполнение заказов. Столичный узел. 50 килограмм. Но мы его можем повесить на мотоцикл. Мы его повесим. Мы его повесим на моцик. Вот пакет для переливания с кровью, взятый у тебя. Если выбрать его, он сделает переливание крови. Сэм, это наша первая попытка создать оружие для борьбы с тварями. Пришлось работать с тем, что есть, поэтому это фактически модифицированные гранаты.
По крайней мере, так они должны действовать. Но мы никогда их не испытывали. Кто знает, может, тебе первому удастся убить тварь. Это будет что-то с чем-то. Но даже если они работают, помни, что их топливо – твоя кровь. Не увлекайся, иначе у тебя начнется анемия. Гематогенку сожру. Десять, блядь, 4. Нихуя себе, по 2,5 килограмма, блядь. Да, конечно, моцик возьму. Так, это груз, да? Груз погрузить на мотоцикл. Погрузить все на моцик. А гранаты мы понесем сбоку. И на... Так. Все на спине. Гранаты на спине понесем. Окей. Это на мотоцикле оборудование. Я думаю, вот веревки нам тоже их, короче, на моцик прикрепить. Ремонтный спрей тоже. И нам... Заказ назначен. Так, а здесь нужно сейчас раскинуть... Груз. Вот так вот. Ни хрена я не сделал. А, нет, сделал. Подтвердить. Все. Гранаты есть. Моцик снаряжен. Так, гранаты у нас должны быть. Где у нас гранаты? Пакет с кровью. Подсумок. Так. А почему у меня этих 999? Криптобиотов, блядь. Где их набрал так столько? Так, садимся. Сэм, хочешь протестировать гематические гранаты? Конечно. Думаю, стоит взглянуть. Счастливого пути. Сэм, Дум дает тебе преимущества, которых нет у других. Но при этом ты все равно являешься сотрудником Бриджеса. Организации, в которой много экспертов в разных областях, и все они готовы помочь. Команда с тобой, Сэм. Что нужно, спроси. Ясно? Хорошо. Вот там сейчас будут впереди. А, мы тут ехали, если вы помните, в прошлой части... Здесь сейчас, вот видите, дождь пошел, капюшон оделся. Здесь сейчас будут эти твари. Сейчас мы используем на них гранаты. Сейчас сканер когда сработает. Сейчас вылезем. А как лестницу тут как поменять? А вот. Задействовать. Так.
Сейчас мы к ней подберемся. О, видали? Убили. Не, не убили. А, о, прямо на тебя прямо. Там потом появятся более мощные гранаты, которые Сам. Именно. Уловили сильные колебания в хиральном поле. Стой, ты только что уложил бань, да? Замечательно, сэр, замечательно. Вон, видите, идет сюда. Сейчас мы тебя уничтожим. Спасибо. Да, пошел он нахер, да? Сейчас мы на моцике пролетим мимо них и все. Делов-то. У нас тут груз портится, кстати говоря, мотоцикл. Так что сейчас на скорости пролетаем мимо них и все. Кстати, Йегу, пролетели. Все. Кстати говоря, когда вы заезжаете в область, там где гроза, ну вот где дождь идет, вот эти твари, то у вас, блин, на пробел можно прыгать, короче, на технике. Срабатывает blackout, то бишь у вас вся электроника просто тухнет на время. Помните, как в этом самом было? Если мы хотим выжить, нужно найти что-то еще. Способ победить. Так, заряжен. Когда мы, короче, пошли в этот крематорий. Так, что за груз? Давайте возьмем. Достаньте, выдохни. За пять мимо этих чудиков, короче. Ну, нам пофигу на них. На мотоцикле вообще насрать. Реально. Иди сюда, мной. Ну. Давай, на! Бежать. Сынок. Какие-то копья метают.
Они дальше своей зоны, они, по-моему, не выходят. Видите, блэкаут сработал. Ну, мимо твари на моцике можно пролететь. Кстати, вы можете чужие строения можете разбирать, если, допустим, оно вам мешает, вы можете его разобрать. Вот смотрите, мотоцикл, видите, стал ржавый немного. Так, сейчас. Так, строительный мост, это доделать его, там усовершенствовать, уже секретные документы, это мы делать не будем. Стандартные заказы, мы туда не едем. Всего доброго, пока. Мы едем в портовый узел. Так, сейчас подзарядим моцик. Все, поехали. Сканирую удостоверение Дримис. Провожу идентификацию. Оружие разрешено. Сэм. Вот зачем вот здесь вот мост строить? Вот я просто не понимаю. Вот нахера он тут нужен, блин? Наша болезнь началась с берега. Точнее, с того, что мы его обнаружили. Когда-то на вопрос о жизни после смерти отвечали только религия и философия. Но когда мы узнали о существовании берега, смерть стала более осязаемой, познаваемой. Живые вскоре стали ходить по берегам иного мира. А мертвые, выброшенные на берег, проникли обратно в наш. Тогда появились... Блэкаут. А с ним масса теорий, с помощью которых врачи и психологи пытались объяснить новейшую загадку мира. Они высказывали симптомы и были очень научными. Но такие возвращенцы, как ты, это редкость, достойная отдельной категории. Наверное, специалисты на голову друг другу потом взглянуть. Интересно, что они нашли? Да, тут на мотике, конечно. Оу. Что, мы в текстуру здесь взяли? Бля, я не могу выйти. Oh.
Так. У нас байк почти разрядился. Физика здесь, конечно, с техникой такая отъебанная просто. Ну, мне кажется, разрабы, ребята, вообще не заморачивались по поводу того, как у них ездят мотоциклы, там, грузовички эти. Ну, акцент был сделан абсолютно на другое, это видно. Поэтому не обращайте внимания на то, как тут моцики сигают, блядь, там, падают, там, на месте разворачиваются. Это, конечно, выглядит как дичь полная, но... Как есть. Обеззараживание готово. Аккумулятор разряжен. Зарядите транспорт. Так. Доставить. Ты курьер? Один человек, который работает за целую группу? Я с мотоциклом. Незаменимый человек. Груз в идеальном состоянии. Скажу честно, это просто подвиг. Повредили чуть-чуть груз. Ладно, хер с ним. Ни хрена нам лайков дали. Почти 3 звезды. Так ты пришел положить начало новой хиральной эпохи? Ага, ты не против? Ага, валяй, я уже 100 лет жду этого дня. Почему он взлетает? Что, куда гравитация девается? Мне вместе с капсулой, если хочешь знать. И откуда у тебя капсула? Игорь, из отдела утилизации. Мой братишка. И что, он просто дал тебе одного из них? С чего бы? Я был с ним, когда он погиб. Мы везли труп, нарвались на твари. Они были повсюду. И одна схватила его. Он сказал, бери и беги. Точно. Ну, а ты откуда? Пережил чертову катастрофу, только чтобы заняться тем же самым делом? Ясно. Наверное, этого и следовало ожидать. Береги этого малыша. Его место в составе экспедиции вместе с тобой. Ладно. Будет лучше, если ты захватишь вот это.
Тебе это нужно больше, чем кому-либо. О, да, это нам нужно. Сэм, у тебя получилось. Портовый узел снова в сети. Этот город — часть UCA. Их данные — часть общих знаний. Со временем, когда станет больше хиральных принтеров, они смогут строить корабли. И однажды моря снова станут нашими, потому что ты указал нам путь. То, что происходит после твоего прибытия, не всегда хорошо. Город, вступающий в UCA, становится мишенью для террористов. Но мы должны мириться с опасностью и продолжать идти дальше. Сэм, вся Америка ждет. Ждет, чтобы ты сделал первый шаг и подключил ее к хирургии. Боже, как они раздражают, что тут черный, что это Амелия, бля. Ты доберешься. Со своим пиздежом, блядь, про восстановление, блядь, про воссоединение, на про вознесение, блядь. Еще один узел в UCA, да? Собираешься пересечь озеро и двинуть на запад? Ага. Лодка есть? Да уже много лет как нет. Террористы уничтожили все, что плавает. Лодка есть только у частного доставщика. Частный курьер? Дай угадаю. Фрэджайл Экспресс? Точно. Уже говорил с их представителем. Они погрузят в лодку припасы, которые ты доставил. Жители Озерного с ума сойдут от радости, что кто-то пришел в их порт. Такого уже давно не было. Когда будешь готов, иди в гавань. Она рядом с распределителем. Не бойся, в портовом дождей не бывает. Прежде чем отправиться, можешь отдохнуть в своей комнате. Что мы сделаем? Даже не разделся. Пакет с кровью. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость. За щедрость. Так. Что у нас там почта? Это лайки благодарности. Это так чисто скипнуть, чтоб не висело. Окей, так. Проигрыватель доступны две песни. Что-то еще. Короче, ладно. Сейчас помыться. Костюмов нет. Окей, так. Да и все, валим отсюда. Принес тебе космонавта. Человеку все покоряется. Даже космос.
Тебя скоро выпустят. И как только все это закончится, мы отправимся куда захочешь. Так, мотоцикл наш заряжен. Мотоцикл заряжен. Я бы на него еще перевесил бы эти вот, лестницу. Ремонтный спрей. Так, гранаты я оставлю. Лестница, ПХК, якорь, лестница. Все вот это. Погрузить на моцик. А свой груз надо распределить на себе. Чик. Все, огонь. Здесь сейчас будет катсцена там, короче. Зовут Хикс. Я та частичка Бога, что есть во всем. А, так это ты его во все это втянула? Ха, ранена, но не сломлена. Бриджит Стрэнд мертва. Последний президент Америки предан огню. О, а теперь, значит, девочка займет мамино место. Ну, это полная чушь. Ну какой из нее политик? Ну, не волнуйся, я ее найду. Я за ней присмотрю. Видишь ли, я наконец понял, в чем суть выхода смерти. О, вы еще столького не знаете. Эта девочка не похожа на нас с тобой. Дум — это не к ней. Ей больше по нраву уничтожение мира. Фактор вымирания. Так трудно налаживать связи, если даже руку пожать не можешь. К счастью, у меня очень прочная связь с той стороной. Ты? Нет, ты не мост. А вот я. Я привязан и к этому миру, и к тому, и к нашему милому ангелу смерти. Yeah.
главное блюдо. Достаточно одного малюсенького выплеска, и нас разнесет к чертям. Ну так что? Неужели ты не устал от этой рутины? Неужели не этого ты ждал все это время? Конца игры. Сэм, внимание! По нашим примерным оценкам, чтобы уничтожить портовый узел, хватит и одного выплеска. Если даже одна тварь вступит в контакт с жителем, все пропало. Этого нельзя допустить. Ты должен разобраться с этой тварью. Лучше всего этой твари кидать, видите, где у нее, оу, щит, хиральная, короче, этот самый, как кристалл, такая золотистая на морде. На... Так, мне надо другой пакет. Вот скотина. Вот видите, на морде у него. Я думаю, ее еще разок вмазать. Все. В бошку прям попал. Сейчас от нее дофига кристалликов достанется. Сразу дождь прекратился. О. Это самое. Не, нормально, лайков дали. Невероятно. Просто невероятно. Первый раз в истории живой человек победил тварь. Ты вряд ли бы справился, если бы не был возвращенцем. Контакт с твоими жидкостями не только не приводит к выплеску пустоты, но примерно так же, как твою Ка отвергает берег, так и твоя кровь может изгонять твари из нашего мира и возвращать в их мир. Сэм, ты подарил нам надежду. Возможно, еще не все потеряно. Гордись собой, друг мой. Амелия все еще ждет тебя на запад. Иди к лодке, она готова. Доставь припасы в озерный узел. Это только начало. Так, а на моцике я, по-моему, не смогу, да, проехать? Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. По-моему, на мотоцикле там не получится проехать. Ну как-то вот почему он как-то боком едет. Отчаливаешь на лодке, Сэм? Только знай, что тебе придется выложить весь груз, который ты еще не успел доставить. Было бы жалко бросить что-то ценное, особенно если ты почти доставил посылку.
Мой совет. Положи эти вещи в свое хранилище в портовом узле. Либо можно повременить с отплытием, пока не разберешься со всеми делами. Сам решай. Я понял. Короче... Мы тогда и мотоцикл в гараж сейчас оставим. Гараж. Размещаю транспорт. И все остальное в личное хранилище. Так. Это сдать надо. Так, окей. Выгрузить. Переработка. Все, и налегке, короче, бежим туда. Да? Спасибо. Ух, за ёб твою мать. А чё он сюда-то выкинул? Не понял, блядь. Личное хранилище. Так. А, вот. А я нажал выгрузить, короче, да? Окей, я понял. Все, чистота, все, вообще налегке, сейчас добежим просто. Счастливого пути. Кристаллов видели, да, сколько с этого, блин, кальмара или кто это был, хер поймешь. Кристаллов дохерища собрал с него вообще. А что там валяется? Идемте посмотрим. С кровью, гранаты. Так, интересно, если мы гранаты возьмем, пакет с кровью, они с нами поедут, то что на теле хотя бы, или мы также, блин. Могу залезть? Нет? Могу. Будешь? Танюшка со своими слабостями. Меня нелегко сломать, несмотря на имя.
Ты видела этого урода, да? Хикс. Он лидер группы сепаратистов. Казалось, он как будто управлял той тварью. Потому что у него 7-й уровень, а то и выше. А ты много про него знаешь? Мы работали вместе. Можно сказать, у нас был договор. Ты вела дела с террористами? Деньги не пахнут, да? Тогда он был не такой. Так что у тебя за цель? Ты хочешь спасти мир или все испохабить, как он? Я просто хотела бы, чтобы все было по-другому. Вот наш корабль. Не волнуйся, он на плаву. Пойдем. На борту все, кроме нас. Кто все, блядь? Хуй знает, блядь. Все курьеры, что ли, там со своими сундуками, блядь, или чё? В натуре на плаву. Мы доберемся. Завтра. Я тебе говорила, Сэм. Прошлое не отпускает. Я хочу кое о чем тебя попросить. Это насчет того урода, Хикса. Ты же помнишь?
Уже почти пора, Сэм. Я не знала, пока ты не сказал. Не знала, что я живая. Жизнь совсем неотличима от смерти, если ты одна. Ты теплая. Я не хочу домой. Я не хочу домой. Смотри, это ловец снов. Надень его на ночь, и я отгоню кошмары. Я всегда буду с тобой. Ты забыл дорогу домой? Пойдем, я тебя провожу. Пройдем полпути, а дальше ты сам. Полегчало? Буду ждать тебя на берегу. Разыщи меня. Раньше мы здесь часто играли с тобой. Ты меня перенесла. Сам бы я не добрался. Пока есть тело, в которое можно вернуться, нельзя приходить и уходить, как захочешь. То есть ты не можешь просто вернуться на восток? Нет, пока ты не объединишь нас, Сэм. Я буду ждать тебя на берегу. Разыщи меня. Какая-то странная это Амелия. Танюха-то поприкольнее будет, да? Со своими гусеницами. Ну вот мы, короче, сейчас приплывем на основную большую карту. Здесь, как бы, основа всей игры. Там просто дофига локаций, дофига убежища, и куда нужно все доставлять. Собственно, увидите сейчас. И как ты можешь спать? На, вот взбодрись. Добро пожаловать в озерный узел. Что? Ничего. Пойдем. Груз из портового узла. Направлен в озерный. В общем, разберешься. Терминал доставки вон там. А я пока займусь своими делами. Чао, какао.
Так, ну, собственно. Это наше барахло все, да? Точно, вот гранаты, которые мы там в конце подобрали. Да. А здесь какой-то значок висит над этим. Вот она, что тут есть. Это память. Сэм, если найдешь карты памяти, непременно сдай их с помощью ближайшего терминала. Кто знает, какие редкие и ценные данные в них содержатся. Твой вклад непременно кого-то очень сильно порадует. Так, смолы мы брать. Почему, блядь, грузовик? Дайте мне грузовик. Вот с самого старта, ё-моё. Так, мы сможем это все доставить? Вот именно утерянный. Да ёб твою мать. Штормит так. Эй, стоять. Так. Помню, сюда потом на грузовике заезжал, короче, блин, здоровые бочки вот эти собирать. Там, когда грузовик прокачаете до третьего уровня, короче, до максимального, вы там до хрена на нем, то ли 1000, то ли 1500, там, ну, короче, до хера, там, тонну или 1500 сможете возить, это, блин, там столько дерьма из одного в другой узел можно будет перевозить, это просто капец. Но они тоже, вот эти открываться, они будут максимальный левел, если вы будете восстанавливать, улучшать, грубо говоря, вот эти звездочки, уровень связи. Когда он будет у вас 5-го левела, вы сможете модернизировать свой грузовик, улучшать, короче. И все у вас будет в шоколаде. Давай уже, беги. Bridges. Кстати, не забывайте вешать груз на руки и на ноги, потому что он баланс лучше держать начинает. Так. Доставить. Сначала утерянный. Привет, как дела? Благодаря таким, как ты, я рад быть частью Бриджеса. Спасибо, Сэм. Грузчик профи. До следующей доставки. Береги себя. Отлично. Добро пожаловать. Мы следили за твоей лодкой. Не хочу грубить, но должен спросить. У тебя никакой контрабанды нет? Конечно, есть. Опасного, запрещенного. Наверняка тебя проверяли, но мне придется взглянуть еще раз. Все чисто. Не вижу ничего необычного. Груз в порядке. Давно мы не получали такое добро.
говорят, у тебя с собой Кьюпит. Это правда? Можешь нас подключить. Видели, там еще один кратер есть. Так, Ульям представляет данные в следующем предмете. Груз, обманка. Ага. Это, грубо говоря, этим кидать. Молом. Чтобы они, короче, ну, не на вас бежали. Значит, мы наконец-то в сети. Давно пора. Мы ничего не утаим. Столичный узел получит все. Если обмен данными нас защитит, я только за. И, кстати, тут не только я так думаю. Наверное, было лучше, когда сюда пришел Бриджес один. Тогда, по крайней мере, террористы и твари не осложняли нам жизнь. Ну, будь осторожен. Мир уже не тот, что раньше. И спасибо. Наконец-то преодолел точку ноль, Сэм. Поздравляю. И спасибо. Но дальше будет еще сложнее. Когда мы только прибыли сюда, все было по-другому. Спокойно. Три города. Озерный, средний и южный узлы. Поддерживали наши планы реконструкции. Все три заключили контракт с Fragile Express. Она поставляла припасы и обеспечивала связь. Но год назад все изменилось, когда сепаратисты провели серию атак. Первым исчез средний узел. Они взорвали старые ядерные бомбы. Второй террор уничтожил половину южного узла с огромным количеством жертв. У Бриджес нет ресурсов, чтобы самостоятельно подключить остальные города. Нам нужно заручиться поддержкой всех людей. Даже тех, кто не хочет иметь дело с USA. Как бы сложно это ни было. Ситуация сильно изменилась с тех пор, как Бриджес-1 отправился на запад. Уничтожение среднего узла заставило нас выбрать новую стратегию. Все так, как сказала Амелия. У нас нет времени и ресурсов, чтобы создать другой узел того же масштаба. Вот почему мы заключаем сделки с выживальщиками. У нас только один выход – усиливать сеть, используя их убежище. Нужно быть особенным человеком, чтобы жить тут одному. Человеком, который пошлет нас, если мы позовем его к себе. Мы знаем. Никто не ждет, что они сразу согласятся. Пускай они не любят иметь дело с людьми, но они нормально общались с Fragile Express. Хочешь прикрыться ее именем, чтобы войти к ним в доверие? Бинго! Она тоже согласилась. А взамен она получит... Это ерунда. Это шанс посчитаться с Хиггсом? Не могу ее за это упрекнуть. Он отнял у нее все и даже больше. Время лечит, но не такие раны, как у нее. Работа не будет простой и легкой, но ее нужно сделать. Отдохни пока. Поговорим позже. Сэм, мы вызываем. Это мне? Называется Кипу. Это узел по-старому. Еще с его помощью можно считать. Я добавляю узел, заводя друга.
Ясно. Я буду добавлять по узлу каждую нашу встречу. Это очень важный предмет, раз ты смог принести его. Особенный. Да, я сделал его для тебя. Я буду им дорожить. Есть хочешь? Зачем ты здесь? Спроси у босса. Нет. Я про конкретно здесь. У меня посылка для курьера. Вот, это тебе понадобится в дороге. Он указывает на то, что ты работаешь на Fragile Express. Тут моя кровь и хиральные кристаллы. Считай познавательный знак. Это чтобы местные выживальщики тебя не доставали. Мы были тут единственными курьерами. Это была наша территория. Из-за Хиггса все пошло к черту. Я, Экспресс, наша репутация. Да все. И ты хочешь ему отомстить? В одиночку? Но я не одна. В пещере, в портовом узле, у твоей кровати. Мы так далеки, но постоянно видимся. Казалось бы, я была обречена рано или поздно сгинуть в выплеске. Но вот она я. Вот она я. Ты используешь берег? Один из них. У тебя свой, у меня свой. С его помощью я прыгаю. Я не могу вызывать твари, как Хиггс, но могу пойти за ним. Догнать на берегу. Беда в том, что у каждого есть свой вход. Я могу проходить только через берег, который знаю, понимаю. Ты ведь слышал про мультивселенную? Что с тобой? Прыжки отнимают много сил. Высасывают кровь. Ты направляешься в краевой узел, да? Там полно террористов. Но если ты решился, тебе рано или поздно придется столкнуться с Хиггсом. Слушай, я просто курьер. Убивать монстров, террористов – это не ко мне. А если попробовать вместе? Я могла бы помочь тебе. И нам вовсе не обязательно иметь общую цель. Я перекину тебя через мой берег. В любое место, где много хиралия. Любое, подключенное к хиральной сети. И что же ты хочешь взамен? Я хочу, чтобы ты подумал. Держи. Это тебе поощрение. Понадоблюсь, звони. Будем общаться по нему. До новых встреч. Какую-то фенечку дала нам. Быстрое перемещение. Прыжки Fragile. Fragile может мгновенно переместить вас в любой распределитель и на любую базу в зоне покрытия хиральной сети. Все ваши предметы при этом помещаются в личное хранилище. Огонь. Так. Во, смотрите, видали, осьминог добавился, которого мы долбанули. О, и домашние питомцы. Осьминог это или кто это? Или кальмар? Что это за хуйня? Непонятно. Окей. Так. Ну давайте попробуем. Вот, мы можем теперь. Это озерной узел, где мы сейчас находимся.
Давайте в столичный узел просто. Бах. Ты готов к прыжку? Так, перенести ты можешь только себя. Ну, и какие-нибудь мелочи, которые для тебя очень важны. Ладно, закрой глаза. Представь себе цель. Держи ее в голове. Он ее взял за руки, ни хрена себе. Прогресс. Мутного выхватил. Так. Так, ребята, ну, еще один узел мы подключили. На сегодня я закончу. Продолжим в следующей части подключать дальше узлы. Там будут простые поселения, то бишь, которые не по сюжету. Я буду до них доходить, чтобы вам показать, как туда добраться, что я строю. Но, чтобы получить там 5 звезд, там надо много доставить будет груза. Я этого не буду показывать, потому что это слишком много займет эфира. Ненужное вообще просто, ну, ненужного контента. Вот, поэтому, если вам зайдет игра, вы сами уже будете бегать, там доставлять. В принципе, я покажу, как и что, и как оно в совокупности будет работать. Вот, поэтому на сегодня мы заканчиваем. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. Вот, увидимся в следующей части. Всем спасибо, пока.